Привет, зритель! Ты, наверное, уже видел мой обзор, посвященный GLS Pharmaceutical заказу оттуда, где я обозреваю показываю два продукта. Этот и еще один. И это хлорелла 1000 мг, суперфуд, иммунитет, детокс и энергия, 90 капсул, 3-4 капсулы в день принимать, на целый месяц хватит. Хорошая упаковка, просто так не откроешь, если у тебя, допустим, есть маленькие детки. Либо большие детки, которым очень интересно, то откроешь только если нажмешь и только потом. Она зафольгирована вот такой плотной мембраной. Ногтем у меня не получается ее проткнуть, поэтому я попробую ножницами. Полностью фольга есть с одной и с другой стороны. Вот такая желатиновая капсула. И в составе у нас на первом месте хлорелла, потом железо, фумарат и уже сама капсула желатиновая. Конечно, это лучше запивать водой. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Я взяла себе водички, вообще тут фильтрованная вода. Я уже как-то ела от какого-то другого производителя целый месяц хлореллу, а также хлореллу и спирулину. И мне удобнее это запивать, конечно, утром перед едой, либо во время еды. Но сейчас у нас ближе к вечеру. Я думаю, ничего страшного нет, если одну штучку съем вечером. Взрослым по 3-4 капсулы в день во время еды. Не то чтобы я тут сейчас что-то ела, я ела буквально минут 15 назад, я думаю, можно сказать, что это практически во время еды. Я несколько дней ее пропью и потом скажу свое мнение. С одной стороны, кажется, слопал такую капсулу и пошел дальше. И что это может быть не так? Но с другой стороны, у меня были как-то капсулы какого-то невнятного производителя, какой-то интересной Маринги, от которой я толку вообще никакого не увидела, только без толку. А тут я слышала только по большей части положительные отзывы, но я думаю, что это очень хорошая фирма. И абы что тут вряд ли будет, поэтому... Ну, будем надеяться, что будет все хорошо. Пожалуйста, досмотри это видео до конца. Если тебе понравится, поставь пальчик вверху. Можешь написать что-то в комментарии, я тебе поставлю сердечко. А если хочешь купить себе эту хлореллу, а цена там вполне себе приемлемая, но тебе хочется чуть-чуть подешевле, ты можешь воспользоваться моим промокодом на скидку 25%, который найдешь в инфобоксе, либо в закрепленном комментарии. Также можно купить эти витамины, БАДы и так далее, всю эту продукцию, еще и на Озон, и тоже можешь воспользоваться моей скидочкой. По ссылочке, да-да, и на Озон тоже. Ну что, зритель, спустя несколько дней могу сказать свое объективное мнение. Я ела по 3 капсулы в день хлореллы и иммунитет, детокс, энергия. Вместе вот с этим товарищем энергия-то конкретно так прет. А детокс тоже действительно. Главное, побольше жидкости пей, зритель, если ты вот будешь хлореллу от этой фирмы кушать. Потому что если жидкость пить вместе с хлореллой, то детокс пойдет быстрее, по себе говорю. И я поняла, что вот я раньше пила хлореллу вместе со спирулиной другой фирмы, ну как-то, да, там хорошо было, пила отдельно спирулину, как-то вообще эффекта не заметила такого, как вот если хлореллу со спирулиной. И если пить хлореллу одну, я поняла, что вот именно в моем случае лучше пить хлореллу одну. И вот это мне очень понравилось. Во-первых, знаете, я разных фирм капсулы хлореллы спирулины пробовала. И последнее время мне вот, которая была, не помню какая фирма, но вот Вайберис, хлорелла, я ее прям чувствовала, этот порошок. У меня есть отдельный такой порошок хлореллы. Вот, ну, несъедобно. Спирулину тоже как-то. И хлорелла спирулина вместе в капсулах тоже я их ощущала. Здесь же просто берешь эту капсулу, ты не в вкуса никакого не ощущаешь, она рассасывается где-то там внутри и дает о себе знать. Главное, побольше попить воды, жидкости, сока, бульончика, еще чего-нибудь, короче, какой-либо жидкости полезной, питательной. Тогда да. Мне очень понравилось, что вот вкус именно вот этой водоросли не ощущаешь благодаря капсуле.
Ну и сам эффект мне понравился. С первого применения, можно сказать, я вечером тогда съела одну капсулу, попила водички и пошел процесс очищения. Я надеюсь, ты понял, какой конкретно процесс. Ну или ты поняла. В общем, мне очень понравилось. 190 капсул на целый месяц как раз вот хватит и, соответственно, советуется в течение месяца этого это пить. Тут у нас даже, кстати, железо в составе. Железо и хлорелла. А мне как раз железа-то периодически не хватает. Я иногда покупаю себе гематогенчик. В общем, хлорелла 1000 миллиграмм. Суперфуд от компании GLS. Очень даже хорошая и качественная. Если ты хочешь себе тоже приобрести такую, то на экране будет QR-код картиночкой. И ссылочка на скидочку 25% на сам сайт или на Озон внезапно. Ну и, соответственно, все это тоже будет в инфобоксе, все эти ссылочки на скидочки. Всем спасибо за просмотр. Если вы пробовали БАДы этой фирмы или, допустим, именно хлореллу, дайте, пожалуйста, знать в комменты. Я с удовольствием поставлю сердечко и с удовольствием также прочитаю ваши комментарии. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Ну, пока!